современные технологии покрытия, как блок Д, сектор Д. Что по времени-то у нас? А время не работает у нас. Эй! Эй! Да они сели просто. А что за часы, кстати? Ну, бюджетный, китайский. Ну, там с каким-то еще прямым басом 3 часа. Apple Watch. Watch? Watch, аба. Братишка, это Apple Watch. Мы сейчас научим этого парня. Понтуется, понтам научит меня. Понтам научим, жизни научим. Вообще, как нормальные будет. Пацаны, какие часы носят. Как вообще на футбол ходить? Какие камеры берут? Не, камеры, ну как на футбол ходить, я и так знаю. Знаешь, да? Сейчас проверим. Сейчас мы будем следить сейчас за ним. 3 банки газировки и понеслась. Кстати, интересно, что... Что, перепрыгнем этим болельщикам? Фанат. Что это такое? Это еще один вход сюда, или что это? Ну там единственный. Что это такое? Как аэропорт, короче. Похож. А не является ли это парковкой случайно? Это парковка, походу, недостроена. Да, ну а как? Вот. Жарный. Ну похоже, да. Похоже, а да. Может нет. А может для, и не парковка. Для VIP. Ну вообще, как бы, по идее, должна быть хорошая парковка. Ну так-то. Ну логично, да? Да. Просто заезжали люди и выходили из машины, и просто заходили на стадион. Ну да, не так, как мы идем через... Через красивый мост, через Неву, через... Не, один-то раз можно сходить. А? Один разочек можно сходить. Но не каждый же день. Ну прикинь, вот здесь такая одна толпа, короче, а с Крестовского вторая такая же идет. Если не больше. Да, наверное, побольше. Ну, это опасных, как ты... Там в метро. Опасных, как ты, пацанов, которые знают адрес, их... гораздо меньше. Я бы пошел с Крестовского. Местные жители Приморского района. Это без билетов. Видишь, в обратную сторону. Ну, ёпти. Что здесь? Не, ну, конечно, симпатичный. Чё сказать-то? Сказать-то чё? Симпатичный получился. Внутри, говорят, протекает. Сейчас проверим. Внутри бакланы летают. Бакланы. Бакланы летают. Не в теме, да? Нет. Губернатор говорит. Надо крышу ремонтировать. Ага. Причина того, что крыша повреждается, бакланы. Они ее просто что-то то ли клюют, то ли едят. Ага, и вчера в Википедии просто по этому поводу все походу начали отписываться, короче, менять статьи про бакланов, что они не только питаются рыбой, моллюсками и так далее. Крыша стадиона, да, Зенит. Она очень вкусная. Я этого тему не знаю, не слышу. Там вообще там просто такое там. Прикол. Как говорится, хайп. Хайп. Пошел, хайп. Смотри. Вон подходик. Ну да, я слышал, что на входе надо немножечко горя хапнуть. В плане того, что нужно... Ну, постоять. А, я думал, ну постоять, это не горе, знаешь. Ну так. Может. Тебе дубинку куда-нибудь засунул. У каждого понятие горя свое, я понял уже. Постоять это вообще не горе. Я когда вдруг тебе зонтик взял. Это, конечно, да. Сразу хорошо, все, жизнь начинается. Надо было, я так и думал, что надо было чехол взять на камеру. Вода не пронесаемая, но смысла в него не было бы, потому что ничего не слышно. Ну да, да. Поэтому придется рисковать. Ай-яй-яй, посмотри, какая подсветка, уж. Так она фигачит прям в небо. Ага. И ночью здесь такой сенсейшн, луч, да. Короче, да, света в синее небо. Просто астрал, да, короче? Да. Астрал. Так, ну что нам, куда нам? У нас могут, я думаю, не знаю, то есть нас в любом месте мы запускают, или нам надо в определенную сторону заходить? Да не, я думал, это со всеми местами находится. Что-то точно? Если не хочется экспериментировать, ну пойдем давай. Пойдем туда, вон, левее. Ну пойдем. Идем левее. А дождь идет. Не, смотри, вон она, восьмерки. Нам надо посмотреть, где мы. Подожди. У нас Д. Ворота. Стой. Подожди. А, вот, пишут, стой. Д. А скажите нам... А у нас какой? Д. Сектор Д. Это ваш сектор. Если вы пройдете до 6-го, то меньше очередей, вы спокойно. А души душевно вообще. Прям вообще вот никуда не идти. Вот это нас проконсультировали. Подождите, надо обратить камеру. Нас проконсультировали по-взрослому сейчас просто. Мы просто бы... и понятно. Да, типа, не будьте такими же бедолагами, как вот эти ребята, а будьте нормальными пацанами и пройдите до 6-го. А мы бы на 8-м входе, да? Эх. Прям длинно все.
Ну, а время... А тут ограничения по возрасту есть даже? Да, кстати, тебе, ты можешь не проскочить. Смотрите, он же молодо выглядит достаточно. Я побрил сегодня. Зря ты это сделал. Зря ты так рисковал. Это вот только восьмой закончился. Ты видел, да, куда нас отправили? Да. Я думаю, там можно было быстрее в очереди постоять. Ну ладно. И смотрим, разруливать здесь. Не скапливались здесь. Да. А сектор-то наш. А сектор наш. Идем по кругу обойти. Сектор-то наш. Ты сними его крупным планом. Кого? Стадион. Ну, сколько народу сегодня? Сколько? Потом вот такая много. Вот красота, вот кирюнечка красивая идет. Стадиончик. Пацаны, вообще по-летнему тут некоторые. Совсем по-летнему. Ну, то есть, я не знаю, они, наверное, как-то... Рискуют. На самолеты вабан, сюда прилетели просто в шортах. Так, ну слушай, давай тогда что, куда-то пристраивайся, да? Где там, блин, начинается очередь? Вот отсюда она и начинается. А, это шестой сектор, да? Похоже. Мне кажется, седьмой еще. Не, шестой. Да, ну вон, пойдем, вон, смотри, коротенько. Вот он, шестой. А, нет, она просто прерывалась. И ничего нам правду не сказали, да? Не факт, да, может быть, статистики дальше. Статистики нету, не опирались на статистику. Ну давай, я на просто не буду. Что-то как-то да. Да пофиг, давай становимся. Блин. Да. Пойдем, пацаны спокойные там стоят. Вообще огонь, просто огонь. Это ты про это, да? Про бургер? Да. Бургер огонь вообще. Николай, ну как вам вообще нравится на футболе? Как вам новый стадион? Очень-очень здорово. На классно, самом деле, да? Очень, современные очень технологии, да. Покрытие, как вам технологии вообще? Технологии огонь, смотрите, ну вот прям, то есть, ну, если 70 миллиардов было, или сколько там, я не знаю, то вот где-то здесь, вот прям на этой лестнице, наверное, да, миллиончик долларов. То есть, ну, наверное, да. А вот это новые технологии, да, я так понимаю? Это да, это самая отрывающаяся плитка, да, она здесь специально. Она, грубо говоря, если полный стадион, она вся покрывается, если кого-то нету, она... Она просто отлетает, да, на время. На время, нет, она сама... На время, да, потом... По ощущениям, по заполняемости... Еще миллиончики и приходят, пока я тебе делаю. Нет, она зависит от заполняемости стадиона. Если стадион полный, то... Да, то она ремонтирует, ну как это, она восстанавливается, я бы сказал. Не будем это называть. Ну, то есть, вот здесь чуть подтекает, как бы, да? Чуть-чуть, да? Да, совсем понемногу, то есть, ну, вообще, ну, да, так это нормально, но нормально, это же не 150 миллиардов, вы тоже согласен, так, как да, скажете, да. Что вы. Нет, это ну, все просто, лишь... просто классно побывать, на самом деле, в самом дорогом стадионе. В мире. В мире, да. Да. Это просто кайфово, это просто... Не, ну, тоже, да. Мы это не будем показывать. Не да? будем. Как вам краники? Крайний огонь. Почти среагировал на мою руку. Ну, то есть. Ну, то есть, проводишь и. Оп, и все. А, то есть открывается он автоматически. Я вот так водил, но не получалось. Двумя руками надо провести. Немножко касаясь сверху, немного давай. Не-не-не, вот смотри. А, вот здесь. Видишь, ну, тогда они не моются, понимаешь, тогда они не моются. Нет, так надо так, ничего. Оп, ты как бы провел. А, ну давай. Ну попробуй сам. Все мне тебе надо учить. Давай, ну-ка. О, видишь? Но не помылись. Сенсорные, ёпти, они сенсорные. Согласен. Ну, я согласен, это должно столько стоить. Ну, миллиарды. Позиция начинается снизу. Угу. Чуть-чуть трещинка, чуть-чуть. Чуть-чуть. Еле заметно, да, еле-еле. Да, маленькая. Потом побольше трещинка. И постепенно нарастает ощущение. Это автор просто хотел сделать что-то невероятное, здесь. Да? Да. Бомба, просто бомба. Ну, то есть, ну. Слов нет. Ну, а дальше опять, там уже опять серая лестница, ну, да. Просто обычная лестница какой-то. Ну, вот это, вот это поменьше, ну, по мелочи, да, уже такие, как бы, креатив какой-то. Здесь, да, вот видите, штукатурка, она специальная такая, то есть, специальный. Просто было бы слишком банально вот такой цвет, да? Такую ребристу сделали, и тоже надо пятно сделать, ну, как бы, композиции. Здесь просто, видимо, вот так платили, заравняли. Красота, красиво сделали. Блин, просто красота. Не верится. Так. И все двери открываются, но виды красивые. У нас, наверное, как слышно будет очень плохо. Но мы пойдем посмотрим. Смотреть. Зато какой вид. Вот он, мостик посветили, и уже красиво. А вот они, светопрожекторы, которые светят в ночь, с неба. И...
какие-то такие штуки прикольные. О, тут просто вип-вип. Супер верхние леса. Разминочка. Второй тайм, Зенитурик. Юрик, с Юркой играем-то. Николай, ну пока еще матч не начался, скажите, пожалуйста, вот это что такое? То есть какая задумка автора здесь была? Что он хотел этим сказать? Ну, сюда смотрим, туда смотрим. Все нормально? А сюда смотрим. Я думаю, это особенное просто место здесь. Часы сверху. Ага. Часы сверху. Если ты встанешь... А это тень. Ага. Все, мы поняли, то есть это все пониже, сделано. Вся остальная плитка. Эти две плитки, они просто приносят удачу. Да, да? Да, и часы. И часы. Часы и удача. Вот в этом был основной смысл. Ладненько, мы идем дальше. Мы идем дальше. Сегодня гуляем по полной. Да. Сегодня мы за 200 рублей пришли и, блядь, два матча увидели. Сейчас еще два по 15. Да. Вообще огонь, огонь. Да. Кстати, не факт, я не знаю, до забитого гола, либо до победы. Скоро узнаем. Ну что, какие ставки? Я вообще боюсь предполагать. Но, конечно, хочется, чтобы наши победили. Ёпки, победим. Это просто потому, что Колян не верит, мы еще не забили. Да. Николай, ну как вам вообще? Понравилось, не понравилось? Что скажете? Мне понравилось. Эмоций масса просто. Какую оценочку поставить игре «Зенита»? Знаю, просто интрига была до последнего. Я не знаю, 5 просто. 5 плюсов. 5 плюсов. Не то, чтобы мы просто... А что случилось с вашим голосом? Непонятно. Вы что, болели? Сорвал. Вы болели, что ли? Я болел. Это судья или я это Я кричал, я прыгал, я пел, пел. Танцевал. Все, все как надо, да. Все как надо, все как надо было. Все по красоте. Да. Все по красоте. Ай, молодец. Все по красоте. Йоу-йоу-йоу. Петербург во всей красе. Да. Куча зонтиков, дождя, людей. Самый хардкор. Да, вообще, да, самое да. То, что нужно. Самое все то, что нужно. Надо.